Ребята, всем привет! Подписывайтесь на мой канал и забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А сейчас мы в фикс-прайсе смотрим новинки, какие появились. Может, какие-то и были, но мы посмотрим. Такая змейка, пазл-игра на 500 элементов. Такая вот игра, прояви ловкость. Развивай ловкость рук. Деревянную башню играю. Такие вот магнитики с бабочками. 4 магнита. Такая вот игра, настольная игра Мастер Слова. Интересная игра. Можно все вместе играть, составлять слова. Такие ручки прикольные. Оранжевая, зеленая. Миди улиток. Пельмененок игра. Мишка, смотрите, какой красивый. Пельмен такая игра. Такие ручки. Кактусы. Такой блокнотик пушистый, мягкий, интересный. Мишка. Белый тоже. Можно писать или рисовать в нем. Такой блокнотик. Такой зайка. Пони. Пижама такая. Рюкзачок такой разноцветный. Лыжи. Набор такой. Все вместе тут. Лыжи, палки, крепления. Такая кофточка, свитер с оленем красивой, шарфиком. Такая вот кофточка. Синяя, бордовая такая, с капюшоном, теплая. Такая блестящая кофта. Халатик такой интересный. Курточка такая. Курточки вот такие всякие спортивные. Барби, тут очень много всяких барби. Кому какие барби нравятся? Вот вместе. Такие платьица красивые. Такая спортивная барби, немецкая, наверное. Такие барби в платьице. Какие, смотри, красивые, какие платья. Ух ты. Такой. Больно пузыри в виде мороженого.
Так и настольные игры. Окей. Карта мира. Пока раскраска.